сорт острого перца Каролина Риппер Карамель. Это знаменитый сорт. Посмотрите, ребята, как вот именно карамелька вяжется. Смотрите, какое количество перца здесь, гляньте. Просто супер, просто. Смотрите, сколько я держу в руках. Смотрите, какие хлопцы хвостатые, красивые. Он с такими хвостиками. Вообще бесподобный сорт, ребята. Просто. Это карамелька шоколадная, Каролина Риппер. Это сверхвысокоурожайные сорта. Просто бесподобные. Смотрите, сколько. Созревает он от зеленого, светло-зеленого цвета. Потом становится такой вот с переходом на карамель. И в конце уже карамельного цвета. Это перец с остротой от 1 миллиона, то есть 1 200 000, до 2 миллионов. Это сверхурожайные сорта, ребята. Советую вам такой перчик у себя. Смотрите, он компактный. Смотрите на его высоту. Высота здесь вообще миниатюрная. Высота такого перчика, может быть, если, например, будете выращивать в горшке, будет от 70 сантиметров. И посмотрите, какое количество плодов у него. Это я вот так держу, как бы, ну, не могу вам показать полностью все. Вот, смотрите, он вяжет прямо пачками. Пачками вяжет. Видите, как он интересно созревает. Раз, с верхушки начинается коричневое пятнышко, потом оно расходится, расходится, и становится такой вот красавец. Срок созревания у него от 120 дней. Сегодня у нас 10 октября. Ему еще и досталось от морозов. Он листья кое-где прихватило. Вот он у меня подогревал окно под сеточкой. Была куча морозов. Около 9 штук. Ну, перчик выжил. Вот такие вот красавцы, ребята. Смотрите, какие хвостатые. Разве это не красавец? Оцените. Я советую всем выращивать такой перчик у себя дома. На подоконнике. Может, в открытом грунте. Он во много раз урожайнее, чем красная версия. Смотрите, красавец какой. Вот тут и вредители у нас не дремлят. Вот видите, листовертка. Вот уже. Уже это самое, уже гусеница. Да, конечно, этому перчику доставалось и от совки. Совка тоже хорошо попортила его. И все равно, ребята, посмотрите, сколько осталось плодов. Плодов просто, просто, ребята, супер. Это, ребята, просто супер урожайный сорт. Карамель, шоколад. Просто супер-супер. Я же говорю, что они во много раз урожайней, чем красный. И невероятно острые. Вот такие вот красавцы. Вот кустик. Смотрите, какой он плотный. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте пальчик вверх. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видеообзоры.